Уважаемые вебинаристы, вот вопрос. В настоящее время мало фирм работает в Архикадзе, в основном в Риге. Ну, я могу сказать, что немало фирм работает в Архикадзе. Это во-первых. Например, вся система Моспроектов работает в Архикадзе. Программа Архикад давно адаптирована, и все крупные архитектурные бюро, например, Остоженко, Скуратов, они все работают в Архикадзе. Если уж говорить о именно архитектурных фирмах. В последнее время, да, конечно, Revit тоже занимает свое место на рынке, но сказать, что мало фирм работает в Архикаде, я сказать этого не могу. Архикад достаточно благодарная программа, при том, что он имеет адрес, он заточен как бы только, ну, не только, но в основном на архитекторов, то есть всю проектную документацию раздела AR он практически закрывает. И для архитекторов очень комфортно работать в одной программе, не переключаясь в другие программы. Он может сделать и визуализацию в последних двух версиях, очень здорово это развивается, и проектно-сметную документацию оформлять практически в полуавтоматизированном режиме Архикад позволяет. И то, что у нас сейчас позиционируется как BIM-моделирование, то есть Building Information Modeling, это у нас сейчас основная тема, которая решается так же, как и в Revit, так же и в Архикаде. В Архикаде, может быть, даже в большую сторону, потому что последние три версии практически постоянно развивают этот модуль BIM. И по поводу связки Архикад и Revit, могу сказать, что все вполне compatible, то есть на формате файлов IFC вся BIM-модель, трехмерная модель, передается из Revit в Архикад. И в Архикаде, в любой практически из последних там, четырех версий, вы всегда можете найти взаимодействие как IFC-стандарт и передачу данных в DWG, тоже в Архикаде решена достаточно открыто. Тем более, что вот последнее время, когда я работала в Моспроекте, у нас не было никаких проблем. Последние 20 лет архитекторы работали в Архикаде, все смежники работали в Автокаде или каких-то других программах, приложениях, и обмен файлами вполне осуществлялся нормально. Вопрос корректности пользователей. Это вот по поводу Архикада и Revit. Ну, а теперь давайте немножечко поговорим о том, что такое ГОСТы, что такое оформление чертежа, как это происходит и как мы будем с вами работать в этом режиме. Начнем с того, что система гостификации оформления проектной документации у нас практически сейчас на ходу меняется, принимаются как бы новые, разрабатываются новые стандарты, разрабатывается новая дорожная карта, вот как раз для приемки проектной документации в разделе, как бы в формате BIM, трехмерная модель, к которой привязана вся проектная информация, которая у нас существует. Ну и если мы с вами посмотрим непосредственно на проектную документацию, которую мы с вами должны выпускать, то мы всегда можем руководствоваться, соответственно, ГОСТами, СНИПами. Их очень много, на каждый раздел свои ГОСТы. Отображение графической информации для генпланов – один ГОСТ, для железобетонных конструкций – другой, как что показывает. Все это есть. Вот вы видите, в основном мы руководствуемся ГОСТом к проектной рабочей документации требования. И первое, с чего начинается, это, конечно, масштабирование. Масштабы в основном приняты круглые масштабы. Вот вы их видите, масштабы уменьшения, натуральная величина, масштабы увеличения. Это все прописано в ГОСТе. Но, как правило, начинаем именно с масштаба. И, как правило, самые частые масштабы, которые мы используем, это в основном вот сотые, ну, 50-е, 75-е и 200-е. Мы с вами должны понимать, что то, что называется чертежом, должно иметь масштаб. Если это
чертеж, который не имеет масштаба, это уже называется схема. Поэтому на каждом чертеже, в каждом штампике мы должны проставлять масштаб, в котором мы чертим. Это тоже номинируется ГОСТами. И если мы говорим об архикаде, то в архикаде это начинается с самого начала работы. Вот, допустим, какой-либо проект, который я вижу, это наш учебный проект. И, как вы видите, здесь сразу на экране у нас есть вот такая небольшая всплывающая панель. Они появляются, начиная с 20-й версии, внизу вкладки. И здесь масштабы. Масштабы – это предварительные масштабы для печати. А, нас это ни к чему не обязывает в начале работы, но, выбирая один из этих масштабов перед началом работы, мы с вами уже понимаем, как происходит оформление чертежа. То есть здесь самый большой, как бы, раздел работы у нас уходит на оформление чертежа. И вот если я сейчас, например, предполагаю распечатать свой чертеж, ну, например, в 500-м масштабе, и вы сразу увидите, как меняется оформление чертежа. То есть все, что мы проставляем в качестве размеров, текстов, маркировки, мы проставляем в миллиметрах принтера, то есть в реальных единицах принтера. То есть если я сейчас открою инструмент линейный размер и посмотрю здесь высоту, как видите, 3 миллиметра. Везде в архикаде, где вы встречаете вот такую добавочную надпись миллиметры, это значит в единицах принтера. Вот примерно так будет выглядеть мой чертеж при распечатке в 500-м масштабе. Поэтому, конечно, для генпланов, для который выводится в 500-ке, мне нужно изменить оформление своего чертежа. Если же я работаю с интерьерами и вывожу, допустим, в 50-м, то сразу, перед тем, как я начинаю чертить, я выбираю 50-й масштаб и уже вижу вот такое оформление. То есть пропорции меняются, и я, в принципе, сразу могу понять, как это будет выглядеть в 50-м масштабе. В архикаде также есть еще очень удобная функция, которая позволяет оценить на экране, как это будет распечатано на принтере. Вот если я выбираю 100%, то есть изображение на экране 100% в 50-м масштабе. И вот так я уже могу понять, если у меня монитор хорошо откалиброван, я могу взять линеечку, померить и посмотреть. Вот так это и будет распечатано на принтере. И уже исходя из предполагаемого масштаба, я могу начать или продолжать оформление своего чертежа. Поэтому вот здесь мы обычно сразу проставляем масштаб. Это первая возможность, которая позволяет в архикаде сразу понять и сразу увидеть, в каком масштабе и как наш чертеж будет распечатан впоследствии на бумажном носителе. Это первый момент. Второй момент. Если мы с вами поднимаемся в рабочую среду проекта, в параметры во всех версиях архикада, то выбирая, например, рабочие единицы, то есть единицы, в которых происходит черчение. У нас есть варианты выбора миллиметров, ну, как во всех других программах, это совершенно нормально. Но самое важное, на что хочу обратить ваше внимание, образмерение нашего проекта, размеры. Посмотрите, у нас сразу появляется возможность выбрать оформление всех наших листов по ГОСТу. Архикад – одна из немногих программ, которая проходила ГОСТификацию, начиная с версии 6.5 Архикада. И эта функция есть у всех пользователей Архикада, которые работают на русифицированных версиях. У нас есть и библиотека по ГОСТу, у нас есть специальная настройка всех размеров, которые представляют. Поэтому особо настраивать и подстраивать все размерные стили под ГОСТ особо не приходится. Обращаю ваше внимание на то, что у нас внизу перечислены кнопочками размеры, угловые, простановка радиусов, простановка отметки уровня пола первого этажа, простановка на разрезе уже стоит правильная,
Простановка маркировки дверей, окон, простановка площади – все соответствует вот этому пункту ГОСТа. То есть никаких специальных настроек у нас задавать не придется. Теперь по поводу размеров. Когда мы открываем параметрическое окно «Линейный размер», у нас стоит стиль уже по ГОСТу. Естественно, что мы выбираем слой, на котором мы проставляем размер. И здесь вы выбираете тип проставляемого разреза, размер, прошу прощения, обычной рабочей цепочки, где выбирается перо, цвет, сдается высота букв в реальных миллиметрах принтера или плоттера, и потом как происходит образмерение. В Архикаде очень удобно сделано. Например, если я хочу проставить размеры по стенам, я просто делаю щелчок на осевых линиях стен, проставляются сразу вот такие рабочие цепочки. То есть происходит простановка размеров практически автоматически, что достаточно удобно для простановки размера. Если необходимо какой-то размер изменить или подвинуть, всегда можно выбрать размерное число и изменить его таким образом, чтобы это не мешало чтению чертежа. Для того, чтобы можно было работать в Архикаде быстро, есть возможность простановки автоматических размеров. То есть, когда мы настраиваем с вами параметры, допустим, мы настроили ту графику, в которой мы хотим получить наши размеры, а от этой графики у нас зависит толщина. Ну, например, для наглядности я сейчас выберу синий цвет для текста, поставлю размер, допустим, 2 мм, и синий цвет для размерной линии и для засечки. Если мы говорим об автоматической простановке размеров, то можно выбрать объекты, а автоматически в Архикаде проставляются размеры по стенам в основном, то в разделе «Аннотация», то есть все, что относится к оформлению чертежа, я могу выбрать раздел «Автопроставляемые разделы», размеры и поставить внешний размер. Соответственно, я указываю, какие мне нужны габариты, как будут образмеряться окна и двери. Расстояние между размерными линиями, конечно, мне нужно рассчитать, чтобы поместилась высота букв. Размещать размеры с четырех сторон, допустим, окей. Теперь я указываю точку стены и первое расстояние первой размерной линии. Вот таким образом, видите, вот все размеры у меня проставились. То, что вы видите, вот такие небольшие уголочки на... Добрый вечер, вы на семинар? Нет, почему предыдущий? У нас семинар, вы пораньше приехали, а у нас семинар вроде бы как начинается в 17:00. Если я ничего не путаю, но если вы на семинарах, по-любому... У нас семинар, у нас здесь мая. У вас здесь мая, это B1, да. Учебный класс B1. Да. У вас 17:30. 18:30. 18:30. Но до 18:30 у нас 45 минут семинар, поэтому до 18:30 время есть. Если хотите, можете присесть, потихонечку посидеть. Если вы на семинар... Да. Да, проходите, присаживайтесь. 17:00, да? 17:00, да, мы уже начинаем, у нас вот вебинаристы, но вы можете присесть вот на любое место, запустить Архикад, и вот мы будем пока вам... Никого нет, я уже пропустила. Вы первые, наверное, единственные очные слушатели. Все остальные слушатели у нас заочные. То есть они онлайн, вот они у нас все с нами онлайн, я как бы пока с ними. Мы подождали 5 минут, но потом решили начинать, потому что в 17:45 мы должны освободить класс. Поэтому присаживайтесь на любое место и включайтесь. Вот мы говорим про размеры. Так,
уважаемые вебинаристы, если какие-то вопросы по ходу дела у вас возникают, прошу, пишите. По ходу дела будем на них отвечать. Итак, возвращаемся к постановке размеров. Размеры мы с вами в Архикаде проставляем автоматически. Во всяком случае, такая функция есть, но она относится только к окнам и стенам. То есть это объекты, которые автоматически образмеряются. Все остальные размеры у нас проставляются вручную. Теперь для того, чтобы проставить, например, маркировку дверей и окон, в Архикаде точно так же есть возможности. Если вы хотите открыть именно этот чертеж, то в сетевой папке преподавателя, вот для присоединившихся слушателей, я вам покажу. Вот есть папка преподавателя, и у нас там, в этой папочке, находится папка, которая называется «Семинар». И вот учебный файл Архикада 22, 22-я версия, вы можете его запустить и на этом файле тренироваться вместе с нами. Вид. В параметрах вывода на экран я сейчас выключу средства черчения и редактирования, просто чтобы нам не мешало. Еще раз напомню вам, как мы можем проставлять автоматические размеры. Я выбираю все стены, например. Захожу в раздел «Аннотация». И выбираю автопроставляемые размеры. Например, теперь мне нужно их проставить по внутренним размерам. Выбираю, например, как образмеряются колонны, стены и так далее. Провожу черту, то есть как бы пересекаю все линии, которые мне нужно проставить. И пиктограммой молоточка, делаю щелчок. Таким образом проставляются все размерные цепочки. Как видите, это достаточно быстро и очень удобно. То есть практически за одно действие мы проставляем все размеры. Теперь по поводу редактирования размеров. В Архикаде существует довольно мощное средство для их редактирования. Вы всегда можете... Сетевая папка преподавателя... Папочка «Семинар» и там файлик. Сетевую папку преподавателя вы нашли на столе? На рабочем столе нашли? Сетевая папка преподавателя. Такая пиктограммка. Да-да-да. Там папочка «Семинар» и файлик. Можете потихоньку, пока он грузится, можете посмотреть на экран. Таким образом... Для того, чтобы отредактировать различные размеры, мы можем выбрать размерную линию. И если нам не хватает какого-то размера, как у нас в Архикаде везде, система Ctrl-щелчков, Ctrl-щелчок, и мы добавляем еще одну точку к нашему размеру. Если вы проставляете размеры, так называемые, в чистом поле, вот сейчас на свободном месте я проставлю размеры, размерную цепочку. Например, выбираю всю размерную линию и делаю Ctrl-щелчок на цепочке в любом месте, то появляется дополнительное деление размера. Если нам нужно выбрать размерное число и переместить, то мы всегда можем выбрать, и если мы его сильно перемещаем, то появляется вот такая специальная выноска, которая может быть отрегулирована, задана непосредственно в инструменте, какая это будет выноска, как будет прикрепляться текст и какой размер стрелочки в миллиметрах реального вывода на принтер будет у этого размера. Самое главное условие по ГОСТу, чтобы все размеры у нас были читаемы. Если какой-то размер у нас куда-либо уезжает, то обязательно появляется вот такая выноска, которую вы можете регулировать. Это по поводу простановки размеров. То есть все размеры, которые мы с вами проставляем в
рабочей среде проекта у нас представляются по ГОСТу. Это уже автоматически гостифицировано. А теперь, если мы с вами переместимся, например, в ГОСТе, где мы с вами должны проставлять разрезы и какие-либо узлы и детали. То есть то, что нам ГОСТ рекомендует, мы видим с вами, достаточно поставить кружочек, выноску и написать там узел номер один и на каком листе, в каком выпуске, в каком альбоме это находится. То есть вот ссылка на узел может выполняться вот в таком соответствии. То есть ГОСТ в этом отношении достаточно лояльный. А разрезные линии, как вы видите, у нас также показаны стрелочками жирными. Так вот, если мы вернемся на наш план первого этажа и, допустим, проектировщику потребуется проставить линию разреза, то в разделе «Документирование» вы можете найти инструмент «Разрез». И когда вы откроете этот инструмент, обозначение на плане, вот это то обозначение, которое номинируется по ГОСТу, 4.4, имя это, которое мы с вами увидим в нашем списке, общие данные мы пока с вами разбирать не будем. А теперь обратите внимание на то, что у нас есть маркировка разреза в разделе в свитке «Маркер». Так вот здесь по умолчанию стоит маркер разреза по ГОСТу. То есть ничего особо придумывать в Архикаде не нужно. Он прошел гостификацию. Поэтому вы выбираете просто маркер соответствующий. Выбираете, каким текстом, каким цветом показывать в миллиметрах реального вывода на принтер. Ну, начертание шрифта. Если вас не устраивает шрифт Arial, то в списке шрифтов мы с вами можем в Архикаде найти два шрифта, которые называются ГОСТ тип А и ГОСТ тип Б. То есть, в принципе, вы можете выбрать любой из этих шрифтов. Точно так же вы указываете секущую линию. Разрезы, как мы с вами помним, бывают достаточно сложными, и в местах перегибов, в местах изломов обязательно должны быть проставлены линии. Вот Архикад умеет это делать. Если вы выбираете, например, геометрический вариант сложный, то тогда любые ваши переломы, вот я сейчас делаю достаточно сложный разрез, в конечной точке щелкаю дважды, указываю ту часть, на которую я планирую смотреть, проставляются вот эта линия разреза, видите, маркировка проставляется, все места изломов проставляются, ну и маркеры точно так же по ГОСТу определяются. В любой момент времени, если нужно это переместить, подвинуть, всегда выбрав разрезную линию, появляется локальная палитра, на которой появляются возможные изменения, и вы всегда можете вот таким вот образом это изменить. То есть по части нанесения разрезов у нас все происходит автоматически по ГОСТу. Теперь, если мы говорим, например, о ГОСТе маркировка полов, допустим, то здесь есть номер тип полов в неком треугольничке. Маркировку типа пола проще всего сделать с помощью инструмента, который называется «Выносная надпись». Если вы работаете с выносной надписью, а в 22-й версии Архикада она стала еще более совершенной, то вы выбираете выноску свойств, обычную выноску свойств, выбираете в разделе «Специальные параметры» геометрическую форму «Треугольник». И самое важное, вы ставите галочку в позицию «Рамка по размеру текста». То есть если цифры
3 миллиметра, то вам не нужно думать о размере треугольника, он будет сам обтекать тот текст, который вы промаркируете пол. И таким образом, для того, чтобы номер пола проставлялся, допустим, к штриховке, в инструменте штриховка, который вы выполняете, мощение, там, допустим, пола, вы просто выбираете, ну, в этом маркере у нас стоит, видите, что ID, то есть идентификатор. И тогда в инструменте штриховка, вы, может быть, это уже выполнили, можно выбрать штриховку и в разделе «Свойства» в инструменте штриховка присваиваете ID. Вот это ID становится номером типа пола, который идет у вас в как бы тип пола. То есть это все решается, да. То есть это для того, чтобы это настроить, в общем-то, несложно. И, конечно, не забывайте, что в Архикаде есть плохо видно, плохо видно. Но, к сожалению, вот плохо видно. Ничего не могу с этим сделать. Вроде бы на экране у нас все. Технические возможности настроены вот таким образом. Но я постараюсь делать все покрупнее. Хочу сказать, что как только вы начинаете работать с оформлением чертежа, в Архикаде невозможно работать с оформлением чертежа без работы с комбинациями слоев. Да, вот без этого никак. И то, что появляется в последних версиях, это то, что называется у нас, есть вот такой раздел, параметры модельного вида, то есть степень подробности. Вот если мне нужно проставить маркеры окон и дверей, да, то есть по ГОСТу замаркировать, то в параметрах модельного вида я выбираю специальный стиль с маркировкой окон, с маркировкой дверей, который также происходит по ГОСТу. Нажимаем, допустим, кнопочку «Окей». Вот теперь вы видите, вот все двери замаркированы. Если я выберу этот маркер и открою, допустим, инструмент, а родной инструмент – это инструмент «Дверь», все это как бы настраивается при простановке дверей. В разделе инструмента, там, где у нас находится маркер размера, есть маркер двери 22. То есть вот кружочек, вы можете его уже приспособить так, как вам необходимо. Размер кружочка, единое перо, и таким образом у вас появляется вот такая простановка дверных и оконных проемов. Если мы говорим о том, вот как сейчас, о том, что нам нужно сделать, допустим, полы, то для этого у нас должен быть комбинация слоев, которая называется план полов. Для этого уже маркировку я выключаю, мне она не нужна. И вот здесь можно сразу замаркировать полы. То есть вот инструмент «Выносная надпись». Опять-таки в Архикаде очень важно работать с параметрами избранными, чтобы каждый раз из проекта в проект вам не сочинять, не создавать новые маркировки. Вот выноска тип пола. Я ее ставлю в качестве текущего. Вы видите, это вот ID, у нее ничего нету. В символе выносной надписи практически ничего не проставлено. Вот выбран треугольник. Все. И теперь для того, чтобы это сделать автоматически, я не хочу на каждой штриховке делать щелчок мышкой. Я могу активизировать инструмент «Штриховка», выбрать все штриховки, опять-таки зайти в раздел «Документа», «Аннотации» и нанести выносные надписи для всех выбранных элементов. То есть практически автоматом я промаркировала типы пола. Единственное, конечно, Архикад не всегда может это точно и как бы аккуратно разместить. Поэтому если вы потом для контроля посмотрите, какая-то выноска у вас попала, допустим, на стену, вы всегда можете ее перенести на то место, которое по графике будет наиболее читаемым и удобным. Итак, вот вы видите, по ГОСТу у нас все полы промаркированы. Если разрез, видите, у меня попал на другой слой,
естественно, я его перемещаю на слой, допустим, линии разреза. Вот за счет различной комбинации слоев мы создаем оформление чертежной документации так, чтобы нам было удобно. Если речь идет об интерьере, и нам нужно делать, допустим, стены и мебель с экспликацией помещения, опять-таки это комбинация слоев, где я вижу мебель. И опять-таки здесь вы можете видеть маркировку, которая сделана выноской. Это выноска, ну, та выноска, которая может быть создана пользователем. Как создаются выноски в архикаде? Вот в 21-й версии этой возможности, ну, как бы, полноценно еще нет. Вот начиная с 22-й версии вы можете сделать совершенно любые выноски. То есть вы рисуете какой-то элемент. Я позволю себе такой вот вариант нарисовать. Просто линию, а вот теперь нужно в эту линию вставить что-то. Может быть высоту, может быть толщину стены, может быть какой-то параметр, который у нас есть. Ну, допустим, идентификатор там мебели. Значит, для этого вы используете инструмент текст. И когда вы пишете этот текст, задаете, соответственно, его высоту в миллиметрах реального вывода на принтер, и вставляете автотекст. Вот здесь хочу обратить ваше внимание на то, что в 22-й версии практически все элементы вы можете вставить. Например, если мне нужно вставить там номер чертежа, или же из раздела «Общие параметры», ну, удобнее всего вставлять ID элемента. Я вставляю ID элемента, настраиваю это все в одну строку. Ну, если размер чуть больше моей выноски, то, конечно, я могу это немножко откорректировать, сделать флажок подлиннее вот таким вот образом. И теперь, выбирая этот объект, я с помощью команды «Файл», «Библиотеки и объекты», сохранить выбранное, как вот обращаю ваше внимание, то, чего нет в предыдущей версии. Я это сохраняю как выносную надпись. Выносную надпись под номером, допустим, 3. Нажимаю кнопочку «Сохранить», нажимаю «Ок», и это становится моей выносной надписью. То есть это ID элемента. Откуда берется ID элемента? Если я выбираю любой объект, будь то стул, дверь, окно или что-то еще, открывая родной инструмент, в разделе классификации и свойства у нас всегда есть ID. Например, допустим, пусть это будет помещение, там, допустим, номер 2. А предмет мебели 4, 2.4, начинаю кнопочку «Ок». Все. И теперь, когда я открываю инструмент «Выносная надпись», я выбираю свой вариант, вот видите, ID элемента, на каком слое, естественно, на слое там маркировка мебели или на слой мебель, и проставляю, допустим, щелкнув мышкой, вот проставляется мой маркер. Единственное, что я немного поторопилась и не посмотрела точку привязки, то есть ту точку, которую я щелкаю мышкой на чертеже. Теперь вот таким вот образом, ну, нижний левый угол, вот объект замаркирован. Ну, вопрос размера, изображения, шрифтов, это все решаемые у нас вопросы. Но вот эта система маркировки, которая у нас есть, особенно в 21-й версии, вы практически все чертежи можете выполнить и создать. Теперь то, что относится, ну вот, например, разрезы. В архикаде все разрезы происходят автоматически. То есть как только вы прочертили линию сечения, у вас в навигаторе появляется окошко разреза, вы щелкаете дважды, и вот, пожалуйста, появляется разрез. Все разрезы у нас вот таким вот образом появляются. При этом, опять-таки, если мы откроем инструмент «Выносная надпись», те флажки, которые мы
писали вручную пирог пола, пирог перекрытия. Вот сейчас вымазка состава слоев. И, конечно, если мы пользуемся многослойными конструкциями, то у нас с вами будет общий пирог пола. То есть все зависит от того, какое перекрытие вы как бы проектируете. Да, вот я сейчас включу слой перекрытия. Вот, допустим, многослойное перекрытие. И щелкнув мышкой непосредственно на перекрытие, вот посмотрите, практически автоматом получается у нас пирожок пола. Конечно, чтобы у вас это получилось автоматом, вы должны создать эту многослойную конструкцию по проекту. Тогда и вам не придется трудиться и проставлять вот такие флажки. В системе размеров точно так же у нас по ГОСТу есть простановка отметки высоты. Высоту мы проставляем практически, задавая размер высоты текста, исходя из того, в каком масштабе мы будем это размещать, и задавая высоту стрелочки, делая щелчок мышкой, выбираю слой, на котором проставляю, ну, в разрезе пусть будет 2D общий. При этом, посмотрите, в архикаде всегда пишутся линии этажей, и если я щелкну мышкой непосредственно на одной из линий этажей, сразу проставятся все этажи. Двойной щелчок, и проставляются отметки. Стрелочка вниз, стрелочка вверх, серия отметок, стрелочка вниз, серия отметок, стрелочка вверх. Делаю щелчок, вот, пожалуйста, смотрите, автоматически практически у нас с вами происходит простановка размеров по ГОСТу. Высота двери, высота проема, ширина проема, ну и все остальное проставляется вот таким вот образом. То есть в архикаде с этим как бы совершенно нет практически никаких проблем. Если нужно замаркировать какой-то узел, то в архикаде специально есть инструмент, находится он в разделе «Документирование», называется «Деталь». Как только вы выбираете инструмент «Деталь», по ГОСТу обозначение узла и детали вы выбираете, выбираете шрифт, настраиваете, нажимаете кнопочку «ОК», и вот посмотрите, когда мы обводим какой-то фрагмент чертежа, ставим молоточком, у нас сразу получается. Вот эта синяя линия на принтере печататься не будет. А что у нас получается? А получается, что у нас автоматически в навигаторе в разделе «Детали» возникает наша деталь 01.5. Щелкнув дважды, вы получаете как бы новый лист, где вы уже можете абсолютно подробно дорисовывать этот узел в виде линии, в виде чертежа, править. Потому что не всегда наша трехмерная модель соответствует двухмерной графике. Пожалуйста, конечно, вы можете выбрать все, что вам угодно. Вы можете заменить штриховку. Это просто 2D элемент. Вам дали как бы любой новый лист. Более того, вы можете, например, создать новую независимую деталь. Допустим, у вас есть, вот у меня есть, для демонстрации чертеж. Допустим, мне прислали из автокада какой-то чертеж, который я должна разместить на альбоме. Поэтому мне удобно его положить вот в детали. Здесь в двойном количестве, видно, два раза скопировалось. Вот. Ну вот, допустим, вот такой деталь. И все, вы его просто вставляете из буфера. Да, или чертите сами, или привязываете его к плану чертежа. То есть что для нас важно? То, что у нас с вами есть некая ссылка. То есть если мы делаем деталь в каком-то месте, то у нас эта нумерация сразу сквозная идет, 1.6, и сразу идет ссылка на какой-то другой лист. Какой это будет номер листа, пока неизвестно. Но в любой момент вы можете выбрать эту деталь, и вот этот специальный текст, который у нас есть, всегда можно его заменить. Вот, я всегда могу взять и заменить, допустим, лист 23, если вдруг у меня изменилась нумерация листов в альбоме. То есть в этом отношении в архикаде все очень удобно настроено.
Ну и, конечно, речь идет об оформлении всей проектной документации. Буквально 5 минут я еще вас задержу, пока нас не поджимает следующая группа. Время наше уже, я смотрю, немного заканчивается, но буквально несколько минут. Посмотрите, пожалуйста. Когда мы переходим в книгу макетов, у нас появляются листы, которые уже созданы, обложка, титульный лист. У нас появляется папочка «Планы», где вы видите уже листы, которые оформлены по ГОСТу. Все, что в Архикадзе у нас называется основными макетами, это все форматы листов с рамочками и штампиками и с автозаполняемым текстом. То есть, если вы правильно называете, вот, например, лист общих данных, как только я назвала имя этого листа, у меня это правильное имя сразу вписывается в штамп. Если мне, допустим, нужно заполнить все листы, вот, например, у меня здесь размещены 2 плана, вот видите, в разных масштабах, и если в Архикаде нужно еще обязательно использовать информацию о проекте, это то, что автоматом заполняет все штампики. Например, если я сейчас введу наименование проекта, достаточно условное, допустим, проект 1, окей, то у вас сразу оно появится на всех штампиках, которые у вас заполнили. Поэтому, конечно, мы с вами должны следить за тем, чтобы у нас информация о проекте, заказчик, исполнитель, вот это все можно вставлять. Видите, у меня уже лист автоматом нумеруется. Почему? Потому что у него здесь 0,3. Если я это изменю, например, на 0,04, то у меня тут же появится в штампе новое название. Сквозная – это будет нумерация для всех альбомов или для каждого альбома своя. Опять-таки, все это можно решать в настройках, в параметрах под набором. Можно присваивать специальный идентификатор, то есть раздел АИ, архитектурный интерьер, АР, допустим, и выключить его из сквозной нумерации, если убирается вот эта галочка. Если нужно задать какое-то специальное наименование, видите, АР, стиль, можно выбрать буквенный, АР, допустим, АБЦ. Можно выбрать, например, 001, 002. Все зависит от того, сколько у вас, допустим, буклетов. Если это большой архитектурный проект, то дело идет о там, 10, а может быть, 15 альбомах. Ну и, конечно же, всегда есть возможность на лист общих данных, посмотрите, мы никогда не хотим делать список листов, мы забываем их названия, следить за этим, конечно же, не очень интересно. Так вот, в Архикаде есть система, которая называется вот, раздел «Индексы проектов». И если вы индекс листов, автоматически эти листы добавляются в табличку, которую вы всегда можете поправить, раздвинуть, дописать собственные примечания, там, допустим, выпущенный, изменен, взамен такого-то. Так вот, эти параметры индекса, это табличные формы, то, что в Архикаде происходит автоматически. Когда вы приходите в альбом, например, на лист общих данных, то вы просто перетаскиваете из раздела индекса проекта табличную форму, которая всегда следит за составом вашего проекта. Посмотрите, например, если я сейчас, допустим, в папочку «Планы» создам новый макет и назову его «План кровли», ну, условно говоря, «Создать». Вот у меня сразу появился лист, он автоматически заполнился, добавилось наименование листа AR04, потому что я изменила. Ну и теперь посмотрите, что происходит с листом общих данных. Я раздвину эту табличку, у меня автоматически сюда все вписывается. Это достаточно удобно. То есть в Архикаде все это у нас есть. Не говоря о том, что все табличные формы, если мы с вами
зайдем в инструмент «Объект» и зайдем в раздел «Библиотеки». У нас с вами в основной библиотеке, в библиотеке расширений, встроенной библиотеки, сейчас посмотрю, связанная библиотека ArchiCAD 22. Ну, это учебная версия, но в принципе у нас всегда есть. Во-первых, у нас есть символы электрические, символы 2D растений, освещение, там электропроводка, то есть вот все эти обозначения в принципе у вас есть. И все это автоматически считается. Если вы работаете в ArchiCAD, если вы настраиваете каталоги, элементы, то у вас, если вы работаете с зонами, вот, например, я выбираю экспликация, где у меня проставлен номер помещения, я на этой экспликации, допустим, хочу разместить ее на листе, вот, план кровли, давайте я назову, допустим, просто план, то, выбирая просто перетаскиваю мышкой, выбираю в параметрах выбранного чертежа, ну вот сейчас я рамочку, можно автоматически заголовки чертежей тоже размещать, чтобы не писать вручную, сейчас просто я это делать не буду. Вот, пожалуйста, видите, разместился план. Во-первых, в любой момент можно изменить масштаб этого чертежа, но в силу ограничений по времени я сейчас с этим заниматься не буду, вы мне поверите. Так вот, смотрите, вы создаете план с помощью инструмента зоны, и теперь у нас появляется экспликация первый этаж. Я просто перетаскиваю эту табличку, которая автоматически считывает все зоны, размещенные в проекте, и в автоматической форме отрисовывает и подсчитывает все площади, которые у меня есть на данный момент. И рамочку, и табличную форму, все вы можете делать по ГОСТу. Теперь, если я, допустим, это можно делать на любых этапах работы с проектом, то есть вот даже на середине вы набросали, закомпоновали листы, если дальше начинается проектирование, если далее мой проект, допустим, я выбираю бегущую рамку на все этажи и, допустим, увеличиваю помещение, ну, скажем, на 600 миллиметров. То есть вот вы видите, план растягивается, оси растягиваются, зоны автоматически пересчитываются. И на моем закомпонованном листе автоматически все площади пересчитались. То есть вот этот режим работы автоматически с каталогами, с планами чертежа в ArchiCAD, это есть, это очень удобно. И поверьте мне, проблем оформить чертежи по ГОСТу в ArchiCAD, если и возникают, то крайне редко. И они, в принципе, все решаемы. Ну вот, вкратце, если какие вопросы есть у вас или у наших слушателей, вы можете задать. Ну, давайте еще 5 минут украдем у следующей группы до 6 часов. Еще 5 минут у нас с вами есть. Так. Подскажите, а флажки автоматически, это с какой версии проставляются? Флажки автоматически проставляются, на самом деле проставляются практически... 20-я, если вот у меня 20-я версия, 20-я. Я чуть ни разу не пользовался. Да, просто вы выбираете выноску, которая называется состав слоя, там посмотрите, найдите. Вот. То есть 20-я уже, наверное, есть, получается? 21-й совершенно наверняка есть, это я вам точно говорю. А в младших версиях это делали с помощью создания библиотечных элементов, писали скрипты, но это было очень сложно. А сейчас, как все это буквально графически, вы можете создать любую надпись, любую маркировку и проставить ее. И все эти маркировки, в принципе, потом считаются. Их можно запихнуть в каталоги, каталогизировать. И у вас вот в разделе... Например, экспликация полов точно так же вот по ГОСТу
вы можете номер помещения, тип пола, он может браться из этой маркировки, площадь автоматически считается, архикад умеет считать автоматом периметр. А ваша задача, если вы привязываете тип пола к штриховке, ваша задача только в том, чтобы имя штриховки соответствовало напольному покрытию. А для этого, конечно, мы должны начинать с того, что мы идем в параметры, в реквизиты элементов, в штриховку, нажимаем кнопочку «Новое» и пишем, например, «Пол мраморный 450 на 450». Как условно это будет Понятно. Выглядеть клеточка, это не важно. Но зато потом на уровне каталогов он у вас будет писаться вот здесь уже, вот, например, «Мощение 0,5», «Спортивная доска», «Плитка 330» и так далее, и так далее, и так далее. А как, Моспроект еще работает, я имею в виду, в том смысле, что работа есть в Моспроекте? Вы знаете, работы очень много. В основном доделок и переделок. Почему там сейчас не требуется, я вот просматриваю. Но зарплаты никому не платят. Если вы согласны работать за 10 тысяч рублей в месяц, полный рабочий день и по субботам, и по воскресеньям, то вас могут взять, но он разваливается. Это реальная зарплата сейчас 10 тысяч, да? Ну, вы знаете, реальная зарплата может быть у кого-то больше, у кого-то меньше. Понятно. Средняя. Ну, как средняя. Средняя по больнице, она средняя, но работы все меньше и меньше. Из 22 мастерских осталось 3. Ну вот, потому что второй Моспроект, я слышал, тоже там дела плохие, в общем-то, получается. Там практически 2 мастерских остались. Реставрационные, которые занимаются храмами. Поэтому второй Моспроект тоже, к сожалению, сейчас практически. Они сдали в аренду свое здание, вот на это они и живут. Ну вот. Угу. Вот. А спасибо первый, за информацию. Да. Первый скоро, я надеюсь, что выплывет, но боюсь, что шансов нет. Так что всего доброго. Да. Спасибо большое. Все, я с вами со всеми прощаюсь. Удачного вам вечера. А подскажите, а еще просмотреть можно будет или это уже все в записи? Запись была. Если вы свяжетесь с администрацией, то я думаю, администрация пойдет вам навстречу. Но какие-то возможности получить эту запись будут. Сразу могу сказать, Спасибо. Что вот 26-го будет у нас тоже семинар по лестницам, построению. Да, вот я хотел бы. В 22-й версии тоже так 45 минут, то есть практически ни о чем, но надеюсь успеть рассказать, что возможно. Вот. Так что следите за анонсами, надеюсь. Спасибо, спасибо. Всего доброго, до свидания всем вебинаристам.